Приветствую, друзья. Мы продолжаем наш мега-мега-пега-челлендж. Относительно неплохо я сыграл в доме, так как я уже посмотрел, как сыграл мой оппонент. У него там вообще жопа была, хотя он мог со второй попытки пройти. У него тоже было близко, как у меня. Но опять же, рандомные места, у кого-то может быть лучше, у кого-то хуже, поэтому вот такая вот херабора. Так, с последней части, если записал, мне надо скинуть 6 дробыша. 3 есть, и вот еще магнум, как за 3. Это я скидываю. Да, у меня по ресурсам опять так тяжеловатенько. Как я буду выживать, хер его знает. Надеюсь, патронов будет хватать. Самое обидное, ни гранат, ни флешек. Ни хрена. Ни пороха. Вообще ничего не осталось. У меня был определенный план в этой главе. Если мне сейчас не дадут флешку, то он вряд ли осуществится. Что же мне делать, я не знаю. Ну ладно, подумаем, придумаем что-нибудь. Сейчас опять жесткие моменты. Вопли, сопли, слюни, крики будут. Куча смертей. И прочая херня. Так, сейчас буду разбивать бочки. Если будут говно выдавать, не знаю, буду перезагружаться. Раз, два, деньги. Материал, на что его делать? Еще материал. Это что за бред? Таблет как? Единственные патроны вот лежат. И вот. Но это какой-то трэш. А там что у нас? У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно. Ладно. Я постараюсь. Вроде до сюда можно дойти. Деньги, деньги, красная трава. Да это жесть. Вы смотрите, что дают ресурсы. Пороха вообще нету. Блять, вы серьезно? Блин, ну это перезагрузка. И, блин, ну как тут сейчас играть? Пару раз я буду... Понятно, что до талого я прям не буду сидеть читать идеальные варианты, но пару раз я еще поперезагружаюсь, если нормально мне не выдадут. Ресурсис. Ну, здесь уже лучше. Два раза дали дробуш. Идем дальше. Не шуми. Сейчас посмотрим, что здесь дадут. Ладно, я постараюсь. Старайся. Пожалуйста, дайте нормальное. О, граната, неплохо. Так.
Так, ну вот это мне нравится. Это я оставляю. Идемте посмотрим, что у продавца. Если что, лишек я скинул сразу же. Блин, ресурсов, конечно, полно. Кто даст мне порох? Вот вопрос. Сука, одна граната. Ой, я не знаю, это жизнь, конечно. Я большую могу делать? Не могу. Тебе понравятся мои товары. Нужна мне сейчас красная трава. Ну пусть дают, может вместе с зеленым. Просто жесть какая-то. Как я сейчас выживать буду? Всего 3 аптеки. Ну ладно, золотое яйцо 4. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Продажам особо продавать нечего, улучшать ничего нельзя. Можно купить спрей. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Световая граната. Нету. Делать нельзя. Вот эту куплю на всякий. Этот товар. Бля, вот сейчас бы всегда... Мишка пригодился, я бы мог делать по 2 гранаты. Так, пока только одну. Ух-ху-ху-ху-ху. Тяжко-тяжко. Как сейчас выживать? Хер его знает. Ходи в люб, привет. Что покупаем? Так, нож улучшаем. Пока что не хочу ничего прокачивать больше. Можно до 6. Ну давайте уже. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Это мы договорились. Броник в замке только. Спину жутко ломит. Что поделаешь? Старость не радость. Блин, может взять. 4 будет 22. Успею я десяточку найти или нет? Что там у нас замки и задания? Шпинель. Блин, не хотелось бы. Не хотелось бы. Не знаю, я ладно, буду пробовать. Путь. Может будет 3 смерти, возьму какой-нибудь бонус. Среди которых будет световая граната. Так, ну что, все, можно сохраняться. В этой главе нам доступны 2 автосейва. Значит, у нас правило. Первые 3 смерти нельзя заходить за ворота. Вот эти. Что же я буду делать? Какой же у меня план? Куда же идти? Бежать сюда, наверное, нет смысла. Сразу отсюда кидать всякие молотовы и прочее. Хотя в теории можно, конечно, тут постоять. Дождаться, когда пойдут. Пойти оттуда. Либо пойти здесь. Тут еще капканы. Мой план такой, я хочу попробовать побежать вот сюда.
Бля, опять они не появляются. Что за бред? Идем на пролом. Вот опять какая-то херобора с... Прошу, не надо! Ой. Опять какая-то херобора с появлением врагов. Да беги ты, дурень, блин. Стоит. Блять, там ее взяли. Мне здесь тоже попадают. Да беги! Стоит отряхунчик, блин. Нахер пошел. Спасибо. Сейчас ударит. Я нажму продолжить, потому что там один хер 5 секунд. Так. Я не понял, что пацаны не появились. С одной стороны, вроде мне повезло, а с другой... Они потом стали спавниться прямо во мне, так сказать. В моей зоне видимости. Это бред какой-то. То есть я хотел, чтобы они передо мной, я их начал с дробаша рубать. Потом побежать. Бля, ну давайте еще раз я попробую. Почему они, блядь? Да ёптель, еще и здесь. Ну все, звездец. Бред какой-то. Вообще бесполезно. Идти назад, но сверху там динамит летит. Будет лететь. Если только этих динамитчиков снести... Бежать туда, спрыгнуть там. Ну, Эшли, как всегда, наверное, затупит. Хотя не знаю, что делать. Да есть. Попробуем. Идем на пролом. Конечно. Блять, ее сразу дрючит. Чел. Да ну ёптель. Здесь я должен пойти туда, потому что ее туда везут. Пусти меня!
Сейчас я этого чела грохну, если успею. И вернусь на ту зону. Ну ты же да. Да тут, блин, не знаю, нереально, короче. Жесть какая-то, блядь. Да идите нахер вы, макароны сраные, блин. Ну и что вот мне делать? Туда выходить нельзя, ее туда тащат. Блять, я нажимаю пробел, блять. Бесполезно, короче, не знаю. Все, три смерти прошло, я могу бежать за ворота. Па-па-па. Я вот думаю, брать ли мне бонус или попробую без флешки справиться. Ты, ладно, пока не буду. Сейчас посмотрю, как пойдет. Если нормально не успею за ворота, тогда возьму бонус. Ой, извините. Был еще один автосейв, тогда можно загрузить машинку. Один хер я смерти. Да, воевать в той зоне, ну, практически нереально. То есть, я не знаю, это надо кучу флешек иметь заранее, там. Тем более, ее все равно за эти ворота утаскивают, если здесь воевать. А если воевать в той... Ну, там тоже, конечно. Можно было попробовать куда-нибудь сюда к сундуку отойти. У меня как-то один раз получилось. Но это, мне кажется, исключение из правил. Идем на пролом. Да ёб твою мать! Ну промазал, сука! Ну, блядь, ну что за херня? Ну и он ее туда потащил, блядь, конечно, сука. А нет, сюда, 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 да. Чувак, сюда тащи. Поебаесса, суки. Блядь, Эшли рядом и быки там. Да ну блять, попал по ней, сука. По баллам это 0.5. По смерти это 4-я смерть. Сейчас будет 5-я, я обязан брать бонус. Вот думаю, брать ли магнум или лучше взять флешку. С чем? С большой гранатой, может. Бля, тоже эти большие гранаты, блин, ну просто опасно здесь. Эшли рядом, я ее постоянно задеваю. Придетина какая-то. Так и думал, что ничего хорошего тут меня не выйдет. Пока у меня броника нету, пока... Идем на пролом. Да ну нахер ты умер, блядь, ну... Черт. Давай, тащи сюда, молодец. Да ну...
ебаный нахер. Ну что сейчас сделать? Там Эшли, блядь, ходит. Да ну хорош, блядь, хлестать, сука. Да и, блядь, и сразу убивает, блядь, этот молот. Ну это просто имба у быка, блядь. Хоть чуть-чуть у тебя меньше здоровья, все, ты умираешь сразу. Бред какой-то, блядь, я не знаю. Все, 5 смертей, надо брать бонус. Так, все, сделал себе 5 дробуша и одну флешку. Там лишние я стрелял патроны. Так, по правилам можем мы сохраниться, чтобы потом постоянно это не делать. И я думаю, если сейчас еще 2 смерти будет у меня, я, наверное, возьму спецбонус магнум, потому что что-то, блин, эти бычары. Ну просто жесть какие-то. А вот думаю, что мне с флешкой делать. Не хочется мне ее кидать на 2 мужичков. Надо просто поточнее в одного и второго пальнуть. И за ворота забегать. Вот опять. Почему они не появляются? Как это работает? Идем на пролом. Ну, можно сказать, небольшой бонус. Я его все равно взял. Так, граната. Бычок, давай. Давай еще одну сделаю. Лови подарочек. Отойди. Ладно. Ептеть. Идем. Эшли. Так, флеха пошла. Зажмурься. Почему одному похер, блядь? Да ёб. Спасибо. Блять, тут надо сразу лечить. Я даже не знаю. Да ну блять. Уходим, 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 уходим. Где? Блять, как вы заебали. Уходи. Бляха-муха, ну. Нет. Да нет. Сука. Вот из-за молота приходится, блядь. Пусти меня. Отстань. Да ну, блядь, ну почему? И, сука, ну почему именно сейчас она, блядь, комбо делает, блядь? Блядь, ну давай. Молодец, блядь. Эшли! Пиздец, я буду лечиться, потому что... Уходи! Ёб твою мать! Где?
Блять, ну конечно, не перезаряжена, блять, сука. Петрильская херня, блять. Да ну, блядь, не дергайся. Блядь, умри ты, тварь, блядь. Сколько нервов, блядь, на них. Где эти сучки? Опасно, сука, где дед этот сраный? Все, прут и прут. Конечно, прицела у меня нет, сука. Уже, конечно, сбегать. Вот где он кидает? Все проебал, все аптеки, ёб твою мать. Как дальше играть, блин? Нет, ладно бы я там один-две смерти, я столько раз поумирал еще, все потерял. Ну, понятно, сейчас что-нибудь там дадут, может быть. Пару травинок, блять. Ну в руку же, блять. Тварь, блядь. Бабка сраная. Короче, ладно, надо сбегать за прицелом. Главное, чтоб Эшли не влетела в это говно. Пошел нахер. Ой, опасно как. Сейчас сделаю этот сохранение на всякий случай. Мало ли что-нибудь, не дай бог, зависнет. Так, хранилище, прицел. Прицел. Это пока оставляем. О, чую, ты недавно. Привет. О, что покупаем? Забирай. Один синий куплю. Этот товар у меня есть не в сприк. Жесть, конечно, блин, жесть, 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 жесть. Ну, пока обошелся без магнума. Если сейчас меня накроют, конечно. Так, пацанята. Кто стрелял тут? Отойди. А, вон. Или... А вот чел. Блять, промазал или чё? Что там происходит, дед? Я не понимаю, он превратился.
А он типа полузомби. Он все еще с динамитом или нет? Чел, ты сюда придешь? Давай. Я не хочу пустую тратить патроны. Давай. Спускайся. Ну, дед. Ну, давай спрыгни сюда, пожалуйста. Хоть патроны мне дашь. Возможно. Бля, ну иди сюда, дед. Можно я его не буду убивать? Не, так с патронами хреново. Ладно. Так, кто еще где есть? Бабка. Бабка-херабка. Или в динамит попробовать попасть. Ну да. Да хорош! Понятно, блять. Вот же она что-то уронила. Не отходи. Вот такие вот дела. Как по мне, прошел я так себе. Я не знаю, конечно, какого оппонента будет дела. Может, он... Не, ну у него вроде, насколько я помню, к этой голове флешки были, так что он вполне может лучше это место пройти. Да, вот так вот. Ого, две гранаты, уже хорошо. Зеленая трава. Нужна красная, ребята. Да, конечно, все, я голяк. Аптек нет, спреев нет. Вот сейчас чисто наживаться. Я не думал, что я так рано буду в голяке. Спасибо. Сейчас только надежда на бочки, что там будет по одной травке падать. Здесь деньги. Бесполезные деньги. Stupid useless money. Так. Дальше идем. Автосейв. Если что, будем использовать, если вдруг что-то зависнет. Не мешай мне. Ага. Сейчас ее шарахнет. Ой. Эшли! Сдох. Спасибо. Эшли, извините. Заехал вам случайно. Идем. Ага. Заехал вам случайно, что? Пайбесом. Чаша искупления, сейчас будем искупаться. Раз, два, три. Я вот думаю, лутаться мне сейчас или уже после бойни. В принципе, порох есть. Из чего сделать парочку гранат есть. Надежда вдруг еще лечилку выводит. Может быть, может быть. А тут тихо. Поэтому хз. Наверное, я, может, одну бочку сломаю с надеждой, что вдруг вывалится трава. Блин, ну я сейчас, возможно, буду дохнуть из-за отсутствия лечилок.
Вот элементарно. То есть не из-за того, что там пила меня будет бить. Нет, это, конечно, тоже будет, но... У меня просто звездецки повышенная вероятность теперь погибать. А тем более, опять же, бык с молотом. Короче, блин, я не знаю, жестко сейчас будет. Я боюсь, из-за этого весь челлендж мой пойдет по звезде. Ну что, пока пауза, сейчас я тут осмотрюсь. Бочки, наверное, разбивать не буду, может, одну какую-то. И уже перед боем встретимся с вами. Ну что, дорогие друзья, я все обшарил. Начинается вторая группа. Эшли, прячься. Что у меня? 2,5 аптеки. Ну, благо, пока есть чем воевать. Дамы, не обольщен, но все-таки я однолюд. Дайте пройти по ИБСники. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, проходи, проходи, проходи. Так, граната пошла. Лови подарочек. Ой, блядь. Я заойкал, потому что... Потому что плохо кинул гранату. Кабанидзе врыло. Бля, вот так и... Дай! Пиздос! Ну как так-то, пацаны, блядь? Вот так вот потратил. Нахер пошёл, тварь, блядь. Да пошёл ты! Тварь грёбаный. Ай, блядь, ну сука, ну откуда ты тут, блядь, взялся? Ну почему он опять меня убивает с одного удара, блядь? У меня полное здоровье было. Ну это, блядь, пиздец, извиняюсь, ну как? Специально, блядь, подлечил полное здоровье. Во-первых, откуда он взялся, я посмотрел, никого справа, слева нету. Ну или, может, справа я не до конца довел, блядь, уже забежал. Ну как так быстро? Я не знаю, ну как это все работает, блядь, эта игра. Жди тут. Понеслась вторая попытка. Попробую. Дамы, а нет, он слишком. Все. Чё за бред? Ну почему вас-то, блядь, не задевает? Твари голимые, блин. Слышь, хорош кривляться. Пошёл нахуй. Не знаю, куда-то попал, куда-то не попал. Хер его знает. Да ну ёб твою налево.
конечно, пока он развернется, 100 лет пройдет. Самое галимое, что эти, блядь, гонады стоят нахер в таком положении, чтобы с дробаша в них неудобно было целиться, там разворачиваться. То есть они не на по прямой у тебя на линии стоят, а так типа сбоку. Ты думаешь, ну вроде пробежишь, а нет, они тебя хватают как твари. Попробую сейчас с ТМП себе ход прорубать. Может, что-то лучше будет, не знаю. Туда. Не, без броник это просто жесть. Ты тупая. Еще Эшли тупик. Дамы, я польщен. Но все-таки я обналю. Я польщен, я по. Давай, давай, давай! Так, граната. Я тебе в голову. Еще одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Кабанидзе, ты почему здесь, кабан? Пошла стрельба. О, бычок. Блять, ну. Галима вышла. Блять, я еще не перезарядился. Да не деньги дают. Уходи! Давай! Быстрей, быстрей! Перезарядка! Нахер оба ушли. Так, создать граната. Взять граната. Стрей. Ну пизда. Этих там. Да быстрее, блять, кто-то быстро спрыгает, кто-то медленный. Спасибо, что не попал. Бля, это благо, ты заебешь тут шастать. Уходим. Бляха муха, куда идти? Кабан, ёб твою налево, бык. Аккуратно, капканы. Аккуратно, быстрей. Ой, здорово! Ну конечно, блять, хуй пробежишь. Твари, блядь. О, блядь.
зависит от плага. Спасибо. Да! Сколько вы еще тут жить будете? Бля, был кабан, который... Блять, мог бы хоть споткнуться бы. О, летит, блин. Эшли прилетела. Спасибо, блин. Так, один сдох. Эшли, уходим. Белла что-то там ходит. Ой, опасно было сейчас. Как же опасно, как же опасно. На тебе, вхавальник. Бля, уходим. Ну нахер. Бля, успею, нет. Ладно, лучше не рисковать. Попробую на лестнице их зацепить. Бля, только бы Эшли не попалась. Лови подарочек. Я там что-нибудь цепанул, нет кого-нибудь? Как же слабо все бьет, как же слабо все бьет. Надо четко целиться в Харри. Не хватило. Да блять. Спасибо. Ёпти, Лешли, мешаешь. Сука, кабан, блять. Блять, Белла, ты ли, не охерела ли? Да, в подмуда, блин. Ходим, Эшли. Да ёптить! Блять, как это Эшли бесит. Я просто не могу. Эшли! Куда они нарисовались? По идее, вроде ее должны бросить. А если нет? Ой, кто-то встрял куда-то. Черт. Прошу, не надо! Не, нормально, они ее бросают. Я бабка. Отпусти! А у меня нету.
Блять! Сука, вот тварь, а зажимает со всех сторон, блять. Нет, 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 нет. Да ёбки! Спаси меня! Ты иди ты нахер, меня кто спасет? Бля, надеюсь, ее отпустят. Нет, ее могут унести. Я думал, ее все-таки не могут унести, я так надеялся. Я так надеялся, что он это исправил. А нет, ее могут унести. Откуда эти мужики вообще взялись? Три смерти на этой Локи. Взять сразу бонус и не выонуть. Или взять какой-нибудь другой бонус. Я имею в виду магнумовский, который. Флешки не хватает. Ладно, еще одну попытку попробую. Пробую без бонуса. Твари, я уже думал, все, остались две бы. Нет, блядь, нарисовались мужики всякие. Давай, Эшли, хватать. Патроном жесть, я провисаю. Я думал, мы доделась правила. Нет, видимо, ее в некоторых местах. Вначале, видимо, ее не могут забрать, а потом уже. Уходим. На тварь! Спасибо, кабан, спасибо, что стоишь и никуя не делаешь. Сейчас я убью этого мужичка. А теперь уходим! Спасибо, блять, кто-то мне зарядил. Массаж простаты, блин. Дед, нахер, дед. Да ёптель! Пошли. Да ну блять, думал проскочу. Хватит здоровья, нет. Ой, блять, спину давай. А, бля, класс. О, да, массаж. Не, короче, надо этот брать магнум. Брать магнум и не выобываться. Минус два бонуса. Следующий только через две смерти. Но магнум, если мне сейчас не зайдет, я могу продолжать брать, вычитая по одному бонусу. Четыре смерти уже на этой зоне.
Быстрый доступ, пятерка, беру бабочку. Всего 6, конечно, патронов, и она не особо точная. Кто в первую очередь должен уходить? Свинтус, ну, бензопилы желательно. Ой, жесть, а. Какая же жесть. Ну, мы сами на это подписались. Страдать, так сказать. Я думаю, когда будет броник, жди здесь. В замке теории должно быть попроще. Ну, опять же, в тех же пещерах. Хер его знает, насколько это все затянется. Ходос, пароходос. Я дед, ну нахер, смотри, блин. Ушел, блядь. Я попал, нет. Ой, надо полечиться, срачняк. Да как вы задрете, блядь. Уходим. Вот проблема начинается, что все чуваки обходить меня начинают. Здорово. Куда ты пошел, дед? Эшли, что ли, вышел уже? Блядь, деньги сыпет, конечно, у меня столько патронов. Надо деньги сыпет. На-на. Да блядь, дед! Уходим, блядь, уходим. Бежит, для Эшли выбежал, ну ее трить, колодрить. Через двух, быстрей! Дышим. Так, магнум сразу выбросим, чтобы патроны к нему не давали. Спасибо, что здесь насыпали. Ёптель, спрыгивай! Блять, Леон долбой еще, просто идиота, кретина, кусок. Уходим. На нахер, блядь. Ай-яй-яй-яй. Так, только не наступить. Ты куда? Подмуда. Главное, ты от меня не отходи. Вай! Сука, зацепили. Засипили. Зацепила меня. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Быстрее уходим. Чинимся, перезаряжаемся. Открывай рот. Блять, перезарядка.
Быстрее, ну блин, это так же плохо, ну ты можешь попасть. Уходим, 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 уходим. Наступит времена почище, ля-ля-ля. Блестяще. На-на-на-на-на-на-на. Ой, да-да-да, иди туда. Господи, что происходит там? Копердак подбомбило. Правильно, своих бей. Леон, ты вообще когда-нибудь чиниться будешь? Эш, вот так сиди пока. Пока вот так сиди. Ты вообще шикарно сидишь, никому не мешаешь. Бля, бабка пошла какая-то. Стопэ. Главное так кинуть, чтобы Эшли не задеть. Эшли, пожалуйста, живи. Черт. Сейчас. Тихо. Давай, открывай, бабка, молодец. Эшли. Да ёптеть, прилетело, блять, откуда нахер? Сука. Вот я тут завалил. Да они вообще не собираются помирать. А, да, мы же не перезаряжены. Да ёптеть. Да ну, блядь, мимо что ли? Ну, ёб твою налево, отходи. Рот. Рот. Да я куда-то мажу. Жесть какая-то. Давай своих валю. Ой, кто-то сдох. Блять, капкан. Баста, ты куда? Осознал этот самый смысл бытия, что ли? И такой реш, а, звезду, все. Да сидела бы уж там. Постой, Леон. Куда? Отвали, отвали. Мозг, ты мне не пали.
Ёбарный компот. Ну что происходит? Почему она не хочет умирать? А? Сколько еще ей надо всадить? Ну что, басту завалил? Черт, эта клешня тут ходит. Я вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, капкан аккуратно. Ты куда? Куда бабка-то ушла? А, вон она. Бля, только бы Эшли там не дернули. Есть. Иду два. Черт. Ой. Может, умирать будем сегодня, нет? Давай, открывай свою зяволку. Всякий случай запомню свой инвентарь, вдруг сейчас что-нибудь зависнет. Как ты? Все в норме. Я думал, я не затащу. Фу, с четвертой попытки, благодаря револьверу, я смог. Точнее как, 4 смерти, вот это 5-я попытка. Ой, блядь, это какая-то жесть была. 5 патронов, ни хрена, ничего, ни хрена. Сейчас буду все собирать. Увидимся перед беготней с Мендезом. Откройте дверь.